Многие женщины Чувашии прославляют регион на спортивной арене. Представительниц прекрасной половины, завоевавших медали на чемпионатах и первенствах, поздравили с наступающим праздником. Девушек пригласили на торжественный вечер, чтобы еще раз вспомнить об их победах. Подробности у Дмитрия Ковалева. Собраться вместе, да еще в таком составе, удается редко. У каждой из них напряженный график тренировок. Сейчас у большинства спортсменок заслуженный отпуск. Торжественный вечер – неплохой повод сменить форму на шикарные платья. В преддверии праздника глава республики озвучил приятную для самбисток новость. В следующем году в Чебоксарах пройдет чемпионат России по самообороне без оружия. А в июле столица региона примет лучших легкоатлетов страны. К новым стартам усиленно готовится Екатерина Ишова. В этом сезоне она уже установила рекорд Европы, преодолев 3000 метров за 9 минут. Очень хотелось бы пробежать летом по нормативу, чтобы отобраться на Олимпиаду и уже готовиться целенаправленно к Олимпийским играм. И хорошо было бы еще, чтобы нас допустили. Уже через неделю я уезжаю на сборы и буду готовиться к лету. Летние старты впереди, в разгаре Универсиада. Накануне в Красноярске золотую медаль завоевала фристайлистка Лана Прусакова. Успешно на чемпионате страны выступили и самбисты. В их копилке 5 наград. Среди девушек завоевала золотую медаль Елена Бондарева. Это же очень здорово. Вы знаете, наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень много сил и энергии тратит на физическую культуру и спорт. Новые индикаторы перед нами появились, чтобы в обществе среди жителей Чувашской Республики 55% систематически занимались физической культурой и спортом. Грация, красота, воля к победе – все это про них. В тяжелой атлетике спортсменки республики добиваются больших высот. На кону девушек – чемпионат Европы. Мы выступали на первенствах России, на первенствах Европы. Привезли медали серебряные, бронзовые. Установили личные рекорды. Редко бывает, так говорят, что как девушки могут так заниматься таким видом спорта. Но это очень редко, и некоторые понимают, что это вид спорта. Через месяц у нас первенство России, отбор на Европу. Надо там выиграть, чтобы на Европу попасть, туда готовиться. С наступающим праздником глава региона поздравила ветеранов спорта, на примерах которых воспитывали нынешнюю плеяду чемпионов. Сейчас в списке сборных команд включены более 100 спортсменок республики. От своих кумиров болельщики ждут новых побед. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика.